Беспрецедентное обострение конфликта Палестины и Израиля произошло 7 октября. Жертвами противостояния за несколько дней стали тысячи человек с обеих сторон. С призывом к деэскалации конфликта выступил духовный лидер мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Владимир Путин в разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что мирное урегулирование кризиса возможно только при создании независимого палестинского государства. Московскую соборную мечеть 10 октября посетила делегация Международного исламского университета Малайзии во главе с ректором профессором Зулкифли Абдулом Разыком. После беседы с председателем Думы РФ муфтием шейхом Равилем Гайнутдином состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Московским исламским институтом, Болгарской исламской академией и Международным исламским университетом Малайзии. В поселке Паранга, Мариэл, состоялась вторая межрегиональная научно-образовательная конференция на срединовские чтения на тему «Имамы Мариэл в служении народу и сохранении духовного наследия». Участников мероприятия приветствовал имам Мухтасиб Республики Мариэл Фарид Шагеев. В Рязанском государственном университете имени Есенина прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Кастровские чтения», организованная Рязанским мухтасибатом при поддержке Думы РФ и Министерства территориальной политики Рязанской области. С докладами выступили полпред муфтий Гайнутдинов в Центральном федеральном округе Елдус Исхаков и главный имам мухтасиб Рязанской области Рашид Булточеев. В селе Чернышово Кадамского района мусульмане из разных регионов, имамы и сотрудники Думы РФ убрали территорию вокруг мечети и медресе и очистили их от растений. Мечеть 1908 года постройки – памятник архитектуры регионального значения, который разрушается. Муфтий Гайнутдин поручил управлению делами Думы РФ сохранить мусульманский храм. В Москонцерт-холле при поддержке Думы РФ прошли гастроли Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. 9 октября труппа представила на столичной сцене спектакль «Юсуф», а 10 октября – «Суначи Бабай». Спектакль поставил главный режиссер театра Кариева, заслуженный артист России Ринат Аюпов. Перед началом представления к зрителям обратился муфтий шейх Равиль Гайнутдин.